Привет всем, дорогие зрители. Ну, что надвигается, то, что вы сейчас увидите, в плане того, что все вы и знали, но не видели, походу что-то стало меняться. Вы увидите, как две необычных картины, которые прислали вот только что мне, можно сказать. Кто-то утверждает, что это ракета, которую сегодня запускали, и вы видели, наверное, скорее всего. Но, пожалуйста, для начала досмотрите сюжет до конца, оставьте комментарий, поделитесь роликами с друзьями, с близкими. Я нахожусь во всех разделах соцсетей. Так что, дорогие друзья, не забывайте еще ставить колокольчик. А мы, в общем, начинаем, дорогие друзья, интересную нашу логику, которую вы сейчас будете шокированы, узнав. Не думайте о том, что я сейчас вам скажу, но вы отнеситесь как-то более серьезно. Этот сюжет был сделан во Франции, где-то в необычном пригороде. Но посмотрите внимательно, огромный НЛО корабль просто-напросто пролетает в никуда. Этот сюжет был сделан 2 дня назад одним очевидцем, то есть его зовут Франсуа. Но что это такое, вы видите сами. Все в курсе были, что ракету уничтожили, но это или НЛО, или еще что-то такое. Я, дорогие друзья, не верил до последнего, пока этот сюжет не увидел. Посмотрите внимательно, оцените его аккуратнее. Это только не конец. Этот сюжет также относится к тому сюжету, они были сняты в разных местах. Посмотрите, ракета или НЛО? Или НЛО уничтожила ракету? Таким ударом я еще не видел. Если вам понравился мой сюжет, оценивайте на 5.